Менее 2 месяцев назад состоялся пробный пуск канализационной насосной станции в Купеленке, а сегодня объект уже выполняет свои функции в полном объеме, хотя первое время будет действовать в режиме пусконаладки. Канализационная насосная станция рассчитана на 2500 метров кубических в сутки, но при этом имеет определенный запас. То, о чем мы проговаривали вообще изначально закладывали на данную канализационную насосную станцию. Перекачивать она может, соответственно, может принимать 1000 кубов от микрорайона Видный берег и 1500 кубов от микрорайона Купеленка. 2 насоса работают последовательно и взаимно дополняют друг друга. Андрей Асеев, как и все, кто сегодня приехал на КНС, провели огромную работу, результат которой – новая станция, справляющаяся с поставленными ей задачами, и удовлетворенные жители, а также местные депутаты, без которых реализация проекта была бы невозможной. Такой крупный проект, то, что вот жители микрорайона настояли, соответственно, пошли навстречу и администрации, и депутатский корпус, и застройщик, да, то есть и реализовали этот проект, и сегодня мы видим уже готовый КНС, да, то есть мы вот, и я как житель микрорайона, да, и депутат этого микрорайона очень рад. Вместе с председателем районного совета депутатов Станиславом Радченко Артур Григорян проинспектировал КНС. Важно убедиться, что все задуманное и сделанное надежно. Дополнительно у нас к этим коллекторам будут подключаться еще 3 КНС-ки от строящихся районов. Это тоже позволит несколько удлинить время или останавливать периодически. Поэтому сейчас вот в таком режиме пусконаладки будут работать либо синхронно, либо периодически как очистные сооружения, так и, собственно, это КНС-ка. В этом году мы успели завершить этот объект, ввести его в эксплуатацию на 100%. И постараемся в следующем году максимально быстро уйти от вот этой дурно пахнущей истории с этими шатрами, с очистными сооружениями, на месте которых мы планируем совместно с жителями проработать вопрос дальнейшего благоустройства. Уже в следующем году, возможно, при участии инициативного бюджетирования, территория КНС и берег реки Купеленки преобразятся. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.